В Чернобыльском музее в Киеве в пятницу 4 марта, в день рождения города Припяти, прошла семейная душевная встреча припятчан, людей, 25 лет назад потерявших свой любимый город юности. Я еще раз благодарю вас, что вы собрались. Мне очень хочется познакомиться со многими из вас. И я думаю, что вы, для вас это для многих было домом, а для некоторых, может быть, станет, вы будете приходить сюда чаще и приводить своих друзей, тех, кто к вам приезжает, и с внуками будете сюда приходить, потому что внуки, которые не знают вашего города, вашей юности, потому что сегодня вы пришли ведь на встречу с юностью прежде всего.
Вот. А они будут знать о том городе, белом городе, как Виктор Петров назвал свою картину. Мой белый город Припять. Программу вечера начали с показа фильма Михаила Назаренко «Мне дороги эти места». Фильм с весьма символичным названием. Вполне такое же название можно было дать и всей встрече, потому что все выступавшие на вечере как раз и говорили о своем любимом и лучшем городе на земле Припяти. Когда-то Володя Шевкашев написал песню, и там были слова «Мы птицы одного гнезда». И вот мне так кажется, что где бы мы ни были, многих нас разбросало действительно не только в Украине, в Белоруссии, в Германии наши припечане живут. Но где бы мы ни были, мы до последнего дыхания останемся родом из Припяти. Вот. И я думаю, что стихи, которые вошли в этот альбом, многие из вас знают. Вот. Этот хочу вам представить. Это действительно уникальный альбом. Он вот так вот неожиданно вышел к 25-летию Припяти. Он называется «Ангелы Припяти». И открывается стихотворением, посвященным нашей девочке, дочери моего друга, друга ребят из Пульсара. Вот там сидят Сережа Исаков и Володя Дударов. Вы их увидите еще. Оленьки Чемизовой, которая умерла в 13 лет от рака спины и шеи. И, возможно, многие из вас читали статью Любы Ковалевской «Помогите ребенку умереть». Неизбывной памяти экран, темные глазницы мертвых зданий, вдруг людским наполнится теплом, город затаит на миг дыхание, когда ты опустишься в свой дом. И опять многоголосье улиц зазвучит привычной суетой, словно живы все, и все вернулись, словно он по-прежнему живой. Прикоснись, он ждет касаний легких всех, кого в надмирность унесло. Милый ангел, ты одна из многих, столь же чистых ангелов его. Дорогая Любовь Макаровна, от имени и по поручению земляков, припятчан, творческой интеллигенции, большое спасибо за то, что мы встречаемся здесь и встречаемся не только здесь, но и в других местах, в Славутиче, в клубе «Земляки». Мы любим друг друга, уважаем друг друга и помним друг друга, и это память, величайшее наследие нашей жизни. Спасибо. Поэтический фотоальбом, который в этот вечер презентовала Люба Сирота, пожалуй, это лучшее издание и по качеству, да и по полиграфии о городе Припяти. Альбом, который ты мне сегодня подарил, он меня тронул уже только тем, что на титульной страничке написано название нашего города. Вы все знаете прекрасно, что в 86-87 году ни в прессе, ни вообще в масс-медии города Припяти не существовало. Был поселок Энергетиков, а местом мужества был Чернобыль. А Припяти с 50-тысячным населением как и не было. И это длилось достаточно долгое время, потому что, не хотелось правительству и нашей руководящей партии признавать масштаб случившегося. Чернобыль что ж, Чернобыль райцентр, Припять 50 тысяч населения, а еще половина там Белоруссии и так далее, и так далее. Я за Белоруссию говорить не буду, я за Припять. И даже моя первая книжка, которая вышла в Москве, у нее издательство дало название «Чернобыль. Летопись мертвого города», хотя название там было совсем другое, название было слово «Припять». Убрали. Почему? Чернобыль все знают, Припять нет.
И вот тут, что сегодня говорили, что молодежь, вот даже киевская молодежь, речку Припять знает, а города Припяти нет, это совершеннейшая правда. Альбом меня тронул и тем, я стихи еще не читал, поэтому пусть меня попростит сирота, естественно, не успел и не могу их оценить, это надо почитать и в них, так сказать, въехать. Вот. А фотографии меня, конечно, зацепили по... Ну, кто жил в Припяти, тот может меня понять. Когда видишь живое, то, что живое, и которого уже то, что умерло, ну, знаете, оно трогает, оно щипает. Пожалуй, это один из немногих вечеров, на котором звучали только искренние слова. От души, от сердца. Я безмерно счастлива всех вас видеть, что мы имеем возможность собраться здесь, в этом зале. Очень многих из вас я не узнала, и 25 лет разделяет нас от последней встречи. Конечно, время нас изменило, но не изменило наши души, не изменило нашу сущность. Мы такие же молодые, такие же задорные. И сегодня, увидев большого толстого дядю, я перед моими глазами все тот же голубоглазый, вечно улыбающийся с хроническим юмором Сашка Демидов. Где ты? Покажись. Вот он. И также всех вместе с вами у нас связывает очень многое. У нас общее с вами воспоминание. Это воспоминание о нашем любимом городе, о городе Рос. И все события, которые происходили в городе, находило отражение в работе Дворца культуры, в мероприятиях, в деятельности. Все это отражалось на нас, на работников Дворца культуры. Нам насколько легко работалось в этом городе, потому что это город интеллигенции, поэтов, писателей, художников. У нас прекрасные кружки были. У нас были народные умельцы. Мы делали такие выставки великолепные. Мы такое творили в нашем городе, что, конечно, я потом расхлебывалась. Меня долго, водили по кабинетам горисполкома, я отчитывала, что же мы наделали в клубе веселых встреч и так далее. Но это была наша жизнь, это была наша молодость. И вот это вот дух комсомольский, этот задор, этот оптимизм, это вот какую-то изюминку. Мы постарались перенести уже сюда, в эвакуированный филиал Дворца культуры, где продолжили нашу работу и создали клуб «Земляки» поначалу. Пожалуй, самым трогательным моментом на вечере стал финал презентации с сайта «Припять.ком». Александр Сирота, главный администратор сайта, так разволновался, что не смог говорить. Я его понимаю. Знаете, что я хочу сказать? Я откладывала то, что хочу, не могу не сказать, потому что смотрю на него. Хотела сказать в конце, но скажу сейчас. Вы знаете, у нас много собираются разных людей. Здесь вот именно на этом месте, где вы сейчас сидите. И участники ликвидации, дети. И я вам скажу, что я никогда в жизни, еще это я вам совершенно искренне говорю, не могу не сказать, не ощущала такого биополя, как от вас. Я перед многими выступаю, и я как бы чувствую каждого человека. А здесь я чувствую одного, понимаете, человека. Вот как Шевкашетный говорил, мы птицы одного гнезда. Сейчас вот мне Люба подсказала, напомнила эти стихи. Действительно, я чувствую вас как одного человека, понимаете, как биополе. Вы настолько, ну, как бы вместе, видимо, внутри своими душами, что это ощущается, вот передается всем тем, кто вот не из Припяти. Даже, наверное, те, кто не из Припяти вот здесь собрались, они, наверное, тоже вошли сюда своими душами в ваше биополе. После аварии, маленький же был еще, ему было 9 лет, и я тогда ездила еще в Припять, в зону, он не мог, и он так мне завидовал, он говорил: мама, ты такая счастливая, ты можешь поехать хотя бы за книгами. Все. И вот у него такие тогда в детстве были уникально проникновенные афоризмы.
этот Володя Шевкашидный подписал ему свою первую книгу, так и написал: «Саша, чтобы у тебя поменьше было таких афоризмов, как «Припечание, отдельная нация», или вот там мой герой юный в повести «Приписки синдром» говорит его афоризм, что мама, правда, что елка падала в 85-м году трижды в городе, как будто предупреждала, а разбитые игрушки, как разбитые судьбы». Это тогда говорил ребенок маленький. Потом у него судьба пошла по другому пути. Но вот эта вот его любовь, вот это действительно меня, он удивил, когда это, в 96-м году, да, «Трепетьком». Позже, в 2005-м. Вот, пришел, присоединился к «Припятьком», потом стал его главным редактором. И когда он вдруг действительно посвятил всю свою жизнь Припяти, вот так резко повернулась его жизнь, для меня даже это было неожиданностью. И я на самом деле вот могу хоть сегодня сказать, что спасибо. я горжусь спасибо. Своим сыном. Все, спасибо. Я вижу очень-очень-очень много знакомых лиц, знакомых еще с Припяти. Вы меня, возможно, помните по новогодним мероприятиям в ДК «Энергетик». Несколько лет подряд я был городским Новым годом. То есть Дед Мороз с Снегурочкой. Снегурочка, к сожалению, приехать сегодня не смогла. Люба Василевская, мы ее очень ждали, но, увы, не сложилось. И вот маленький ребенок, которого они таскали на плечах, декламировал стихи и обещал, что все будет хорошо. Так получилось, что в 85-м, точнее, с 85 на 86 год я, видимо, уже был слишком тяжел, меня уволили с этой должности, и вот видите сразу, что случилось. Да, в настоящее время я представляю интернет-комьюнити, хотя, наверное, даже правильнее сейчас сказать, это международная общественная организация, центр «Припятьком». Это организация, созданная бывшими жителями города Припять, а также людьми небезразличными к теме чернобыльской трагедии, городу Припять, со всего мира. Были на вечере и славутчане, бывшие припятчане. Александр Демидов, директор ТРК «Славутич», в юности ведущий дискотеки «Эдисон-2», к слову, одной из лучших дискотек на Украине, взволнованно прочитал свои стихи. Жаль, что многое не повторится. Да и нужно ли все повторять? Лучше в памяти пусть сохранится, чтоб со временем по крупицам, если вдруг почему-то не спится. Вспоминать. А потом припятчане увидели видеофильм, посвященный Припяти и припятчанам, телекомпании ТРК «Славутич». В 2 километрах от Чернобыльской атомной станции располагался город Припять. 27 апреля 1986 года все жители города были эвакуированы. Город остался пустым. С тех пор в городе больше никто не живет. Но припятчане о нем помнят. Городу, которого нет, посвящается. Что особенного можно сказать о новом, только что родившемся городе? Разве что возник он благодаря энергетическому гиганту Чернобыльской атомной электростанции. Но в этом плане город Припять не исключение. Почти все современные города вырастают возле крупных строек. И все разные. Одни, от которых жители следующего столетия, возможно, и откажутся. А другие, в которых люди будут жить не один год. И в первую очередь такая судьба, как нам кажется, ожидает города, которым повезло на первостроителей. Городу Припяти повезло. Thank you.
звезда любви, приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Заветная, другой не будет никогда, 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 никогда. Станислав Константинов ныне писатель, а ранее припятский художник и один из организаторов первоапрельских вечеров, внес свою лепту в вечер. Все мы смертны. Я вам скажу, звезды гаснут и галактики исчезают. И это не повод для того, чтобы 25 лет страдать, потому что у нас было и так случилось. Для меня Припять — это 8 лет безумного счастья. Просто безумного. Это радость, чистота, свет, интересные люди. Я с удивлением просто слушаю вот это все уже на протяжении 25 лет. 15 лет я знаю, что у нас на сегодняшний день пишут людей больше, чем читают эти книги. Поэтому я никогда в своей жизни книги не читал. Единственное стихотворение я написал в Припяти о нашей родной коммунистической партии. Оно очень короткое, из 8 строк все здесь читают, вы разрешите, я прочитаю. Оно на украинском языке, но, думаю, вам будет понятно. Хотя я вообще-то русскоязычный достаточно. «Вьются стяги кумачем, теплый ветер завывая, мы идем плечу плечем, славу партии співаем. Всі в круг виють, мы пьем, наче півні на закладні. Мы йдемо у раннім ранні, бо сьогодні вже не п'єм». Это книга о той Припяти, которую кто-то из нас почти забыл. Многие присутствующие здесь ее читали. Здесь есть глава, допустим, такая, 1 апреля, и описывается наше 1 апреля. Это художественное отображение, это не документальная штука абсолютно. Есть глава, вытрезвитель, который знаком многим мужчинам, жившим в Припяти, и их женам тоже. Есть глава яхта, речка, понимаете, здесь живой город. Да, здесь есть и трагедия, 26 апреля, но она занимает здесь место в самом конце книжки. О финале припечания услышали и увидели двух экс-пульсаровцев. Для незнающих, «Пульсар» – самая популярная группа в Припяти. Они исполнили новую песню о нашем городе, о Припяти. Сегодня звучали слова. Вот город, он не мертвый, он в наших сердцах. И, видимо, эти слова как-то витают в воздухе, где-то в нашей песне тоже это есть. Вот. Но песня, немножко песня, она написана давно, ну, лет 20 назад, но она ни разу не звучала. Это вот, будет да, как в блокноте слова, музыка в голове и в сердце. Так что извините за бумажки. Да, и поэтому просто исполняется. Сегодня презентация. Да, да, пример. Песня называется «Песня о городе». Я попрошу тишины. Как строили город надежды и грез. Под небом обласканным солнцем, под тучами гроз. Вместе с тобою росли дети наши и мы. Остаться с тобой обидно до слез. Свои голоса и звенящий простор. Красные розы на площади каждой весной. Видно, такая судьба жизнью была нам дана. Расстаться с тобой — это наша судьба. Ах, это Припять, страна чудес. Ах, это Припять, река и лес. Город такой
водой. Будешь ты вечно живой в наших сердцах. Будешь живой, вечно живой. Желтым песком принакрылись и пристани пляж. Легкие волны и парус, идущие от нас. Стоя у этой реки, мы вспоминаем те дни. Спасибо тебе, город ты наш. Жизнь наша делится до и после того. И пусть половинки неровные, но все равно. Помним мы все, как тогда эта черта пролегла в наших сердцах, в наших сердцах. Ах, это Припять, страна чудес. Ах, это Припять, река и лес. Город такой молодой, будешь ты вечно живой в наших сердцах. Будешь живой, вечно живой. Город такой молодой, лишь ты вечно живой в наших сердцах. Будешь живой, вечно живой. Прав, наверное, и зампредисполкома Припяти Исаулов, что виды заросшего и покинутого города нужно показывать всем атомщикам, ученым, проектантам, чтобы видели цену своих ошибок. А припечанам хочется пожелать бодрости и здоровья, и оптимизма, конечно, а также напомнить, что следующая встреча припечан состоится 4 февраля 2012 года в Национальном музее Чернобыля в Киеве. До свидания, припечане.